Через несколько месяцев после битвы на горе Хиджал Трау вновь привел Орду в Калимдорские степи. Окончательно освободившись от демонической порчи, орки мечтают о том, чтобы найти новый дом в Калимдоре. Они обосновались в суровых, негостеприимных землях на восточном побережье степей и назвали их Дуратаром в честь отца своего вождя. Много лет я скитаюсь по свету один, Миша. Иногда мне даже кажется, что я устал от одиночества. Я видел много разных народов. Они затевают войны из-за пустяков, из-за клочка земли, и сами же губят эту землю, истребляя на ней все живое. Никому из них нельзя доверять. Все они лживы и жестоки, не то что животные. Я слышу звуки боя. Идите сюда, ублюдки! Познакомьтесь с топором Могрина! Держись, незнакомец! Я иду на помощь! Мерзкие трусы! Тебе живот распороли. Я вряд ли смогу облегчить твою боль. Знаю. Это была бы славная смерть, если бы не мое задание. Задание? Я должен был доставить важное донесение моему вождю. Но теперь я не справился. Это бесчестие. Твоя честь будет спасена, старик. Я доставлю твое донесение. Акамагош воин, благодарю тебя. Иди в город, Оргримар. Найди вождя Тралла. Скажи ему. Прощай, воин. Пусть ветра унесут тебя к предкам. Что ж, Миша, похоже, нам вновь предстоит столкнуться с цивилизацией. Идем. Ты похож на огра-полукровка. Зачем ты пришел сюда? Я принес донесение для вашего вождя. Надолго я не задержусь. Наши пути пересеклись. Я взял след. Город воинов. Давненько я не видел ничего подобного. Держись рядом, Миша. Крепите прочнее! Еще один ураган, и все крыши сорвет начисто! Да, вождь! Здравствуй, вождь. Я должен тебе кое-что передать. Где ты это взял? И где Могрин? Могрин пал в бою. Перед смертью он просил меня доставить тебе это донесение. Кто ты, воин? Я Риксар, последний из клана Мокнатал. Мокнатал? Я слышал легенды о тех, в чьих жилах течет кровь орков и огров. Рад нашей встрече. Добро пожаловать в Дуратар. На новую родину орков. Оставайся здесь.
Чувствуй себя как дома. Ты заслужил наше гостеприимство. Это меньшее, что мы можем сделать для тебя. Наверное, я и впрямь слишком долго странствовал. Благодарю тебя, Трал, но я не привык быть нахлебником. Скажи, что я должен сделать, и я честно заработаю право на кров. Что ж, в наших землях найдется дело для каждого, и многим здесь понадобится твоя помощь. Поговори с местными жителями. Они расскажут тебе, что к чему. Это Рэгхан из племени Черного Копья. Один из моих лучших разведчиков. Здорово, дружище. Что, новенький? А я Газлоу, главный инженер. Я тут такую штуку изобрел. Так, стоп, дело не в проворот, а я тут языком болтаю. Мы с ребятами обшариваем тоннели под городом, ищем подземные источники. И тут такая беда! Искали воду, а нашли кобальдов! Целое логово! И теперь эти крысы шастают по нашим тоннелям, как у себя дома! Надо бы этих кобальдов загнать обратно в логово, а выходы завалить! В общем, иди за город, там найдешь вход в тоннели. Остальное мои ребята расскажут. Идет? Хитро придумано. Гоблины вырыли глубокие тоннели под Аргримаром в поисках источника воды для нового дома Орды. Гоблины – отличные специалисты по подземным работам, но, к сожалению, они редко думают о последствиях. Ну и здоров же ты, парень! Газлоу, конечно, говорил, что пришлет кого-то покрепче. Давай ближе к делу. План у вас есть? Ясное дело! Ты помогаешь нам добраться до опорных балок, мы их подрываем, тоннели обваливаются, и крысы нам больше не мешают! Здорово, правда? Меня ведет инстинкт. Пошли. Что нас ждет? Я готов к охоте. Слушай, чужеземец, мое время на исходе. На нас напали чернокнижники. Они были нашими братьями, а теперь служат Пылающему Легиону. Они украли нашу священную реликвию и скрылись среди холмов. Наверняка их логово где-то рядом. Отомсти за нас и верни реликвию. Страшно подумать, сколько бед она может принести в недобрых руках. Звери не лгут. Чужак, убейте его, братья! Меня ведет инстинкт. Да, Стинго! Здорово! Ты отомстил за моих братьев. Их души обрели покой. Спасибо. Ты избавил весь мир от страшного зла. Смерть идет за мной. Возьми эту реликвию и остальные. Используй их во славу Орды. Так я умру, зная, что они в надежных руках.
след. Приветствую тебя, воин. Я Назграл, командир пограничной стражи вождя. В последнее время на наши границы постоянно нападает местная живность. Поможешь разобраться с ней? Гарпии из северных предгорий повадились нападать на наши караваны с припасами. Если сумеешь найти и уничтожить их логово, тебя ждет достойная награда. Я всегда один. Я Стинго. Глупец! Зачем ты явился сюда? Мы не боимся орков. Это наша земля, и мы отсюда не уйдем. Конечно, не уйдете. Я похороню вас прямо здесь. Привет, дружище. Я Чень Буйный Портер. Скромный хмелевар из Пандарии. Я странствую по свету и собираю самые редкие и экзотические ингредиенты для хмельных напитков. Ты же согласен, что добрый эль всему голова. Слушай, ты вроде не слишком занят. Мне тут не хватает кое-каких особых ингредиентов для нового рецепта. Если поможешь мне их собрать, первая кружка твоя. Идеально! Как раз то, что надо! Вот, попробуй! Проклятие! Ты что, отравить меня вздумал? Да, похоже, я немного переборщил с крепостью. Ну и ладно, первый блин всегда комом. Зато теперь я могу посвятить все свое время знакомству с этим удивительным краем. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? Конечно, нет, Чень. Но путь будет нелегок и опасен. Ерунда, дружище. Пока в моем бочонке что-то блещет, мне любая дорога по плечу. Вперед! Звери. Говоришь, сами подорвались? Ну ничего, бывает. Инцидент на производстве. Главное, что задание выполнено. Держи награду, ты ее заслужил. Наконец-то наши караваны в безопасности. Орда в долгу перед тобой, воин. Ступай в оружейную. Скажи, что тебя прислал я, и выбери себе награду. Здорово! Хитро придумано. Меня ведет инстинкт. А, ты из клана Мокнатал? Меня зовут Дректар. Много лет назад мне довелось сражаться вместе с твоими предками на Дреноре. Если хочешь помочь, у меня есть для тебя несложное задание. Видишь ли, я готовлю особое зелье для наших воинов, но мне не хватает главного ингредиента. Это звездолист. Редкая трава, которая растет только в долине у Громового Хребта. Я бы и сам собрал ее, но есть одна проблема. Гигантские ящеры, которые водятся в долине, в последнее время ведут себя очень агрессивно. Если принесешь мне 6 пучков звездолиста, получишь награду. Громовая долина, названная в честь населяющих ее гигантских громовых ящеров, настоящее чудо природы. Десятки видов растений и животных, которые обитают и растут только здесь, могут обеспечить работой целые поколения естествоиспытателей.
Я взял след. Громовой хребет. Та самая долина, о которой говорил Дректар. Похоже, это и правда будет несложно. Хитро придумано. А вот и звездолист. Нужно собрать еще 5 пучков. Похоже, ящеров что-то рассердило. Или кто-то. Интересно. Ну, главное, что зелье все-таки готово. Хочешь попробовать? Держи, вдруг пригодится. А, Риксар, рад тебя видеть. Я уже давно слежу за громовыми ящерами. Раньше они вообще не покидали долину, а теперь прямо-таки бегут оттуда. И злые какие-то бросаются на всех. Никогда такого не было. Давай-ка заглянем в долину и разузнаем, что же их так рассердило. Кстати, если вдруг найдешь их кладку, захвати несколько яиц. Хочу на них посмотреть. Гляди-ка, орки! Значит, разведчики не ошиблись. Надо сообщить об этом в лагерь. Люди. Им-то что здесь понадобилось? Мы заключили союз с людьми перед битвой на горе Хиджао. С тех пор мы были в мире. Тем более неясно, что привело их в наши земли. Люди вырубают лес. Так вот, что потревожило громовых ящеров. Надо немедленно уничтожить эту лесопилку. Нет, наш вождь заключил с Альянсом договор о ненападении, и мы не вправе нарушать его волю. Давай-ка лучше попробуем утихомирить ящеров, пока они не натворили беды. С людьми разберемся позже. А, спасибо тебе, дружище. Эти яйца помогут мне узнать много нового о громовых ящерах. Может быть, мы даже сможем избежать подобной беды в будущем. Бедные животные. Погибли ни за что. Надо вернуться к Тралу. Вождь должен узнать, что люди делают на его земле. Значит, люди вырубают лес у громового хребта. Интересно, что об этом думает Джайна. На нее это не похоже. Я постараюсь во всем разобраться, Риксар. Можешь не сомневаться. Тромка, Риксар. Мне многие про тебя рассказывают. Ты уже немало сделал для Орды. Тромка, Риксар. Мы только что говорили с Тралом о людях, которых ты обнаружил. Лично у меня к ним нет никакого доверия. Вот что. Отправляйся на заставу Гартока. Расспроси его, не видел ли он чего подозрительного на границе. Тромка, воин. Мы не видели следов людей. Но местные свинобразы в последнее время словно взбесились. Тут неподалеку есть обсерватория. Оттуда удобно наблюдать за округой. Можешь сходить туда и сам посмотреть. Но будь осторожен. Повсюду снуют свинобразы. Голкош! Вот бы избавиться от этих тварей раз и навсегда. У свинобразов очень развит территориальный инстинкт. Как говорят орки, хочешь умереть, напади на свинобраза в его логове. Я взял. Похоже, они поклоняются какому-то кабаньему башку.
Интересно. Добыча близко. Я готов к охоте. А вот и телескоп. Так, посмотрим, что тут происходит. Проклятье! Это похоже на вторжение. В одиночку я с ними точно не справлюсь. Ты не ошибся, Риксар? Не может быть, чтобы Джайна отправила войска к нашим границам. Не нравится мне все это. Договор договором, но я никому не позволю угрожать моему народу. Вождь, я слышал о кораблях людей. Какие будут приказания? Вы вдвоем с Риксаром отправитесь на заставу и будете следить за людьми. Сейчас главное — сохранить контроль над ситуацией. А если люди будут вести себя враждебно? Постарайтесь избегать конфликтов. Но если они нападут первыми, я разрешаю перебить этих наглецов. Нет, мы опоздали. Застава уничтожена. Повсюду следы людей. И они ведут к берегу. Людишки дорого заплатят за это. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Локтар Огар! У них на щитах якорь. Тебе приходилось видеть такие? Орки! Они шли за нами! К оружию! Тревога! Идите сюда, жалкие псы! Я покажу вам ярость Орды! Забежу на твой твою силу. Да, именно эти корабли я видел из обсерватории. А это за счет заведения. Да, Стинго. Спасибо, воины. Вы сделали все, что могли, и не подпустили врага к Дуратару. И все же мне кажется, что я где-то уже видел этот якорь. Но где? Прости, что перебиваю, босс. Но если люди приходят с моря, значит, мое племя на островах Эха в опасности. Не беспокойся, Рокхан. Я не допущу, чтобы с твоим народом что-то случилось. Риксар, у меня есть для тебя важное задание. Флот Альянса угрожает троллям с островов Эха. Возьми дирижабль и отправляйся туда. Ты должен предупредить их об опасности. Постарайся убедить троллей перебраться на материк и присоединиться к Орде. Многочисленные острова вдоль побережья степей издавна заселены троллями. Заставы племени Черного Копья защищают архипелаг от угроз с моря. Здесь должно быть опасно. Надо побыстрее отыскать деревню троллей. Я Волджин, вождь племени Черного Копья. Главный вождь хорошо сделал, что прислал тебя сюда. Флот Альянса уже напал на наши деревни. У нас очень мало времени. Пока мы тут торчим, корабли Альянса жгут наши деревни на побережье. В
Вам не справиться с этим врагом, Волджин. Если хочешь спасти свое племя, уводи его на материк и присоединяйся к армии вождя. Не хочу бросать дом, но твой план – хороший план. Но я не могу начать эвакуацию, пока корабли обстреливают берег. Сперва нужно их уничтожить. Эти воины помогут тебе. Ломать и крушить они умеют лучше всего на свете. Нам не на чем лететь, Волджин. А на земле от нас не будет никакой пользы. Нет проблем. Сейчас будет чуток странно. Захочешь снова быть с ногами, сядь в ритуальный круг. Запомни, мы сможем начать эвакуацию, если вы уничтожите хотя бы 5 кораблей. Спасибо, дружище. Ты спас мое племя. Теперь можно начинать эвакуацию. Деревни на берегу ждут нашего сигнала. Чтобы дать сигнал к эвакуации, надо зажечь 5 огней на разных островах. Тогда мое племя погрузится на лодки и переберется на большую землю. Ты только будь осторожен. В джунглях есть враги пострашнее Альянса. Наши пути пересеклись. Морской великан. У самого сигнального огня. Этого только не хватало. Я готов к охоте. И пересеклись. Ну, давай попробуем. Я все. Поторопись, дружище. Корабли Альянса уже близко. Риксар, рад видеть тебя целым и невредимым. Ты славно поработал. Разведчики сообщают, что первые тролли из племени Черного Копья уже высадились на побережье. Под защитой Орды им будет спокойнее. Но ситуация с Альянсом осложнилась. Они предложили переговоры и отправили послов. Я встречусь с ними сегодня в полночь на Колючем Холме. Не знаю, Трал. Это очень похоже на ловушку. Позволь мне пойти вместо тебя. Не думаю, что Джайна Праудмур способна на предательство. А если и способна, трусом я никогда не был. Прошу тебя, доверь это мне. Если ты прав, мы ничего не потеряем. Место встречи... за этим холмом. Мир вам. Мы уж думали, что вы не придете. Что все это значит? Этот огр не похож на вождя орков. А ты не похож на Джайну Праудмур. Джайна? С чего ты решил, что она... А, довольно болтовни. Мы надеялись выманить твоего вождя, но вместо него сойдешь и ты. Прикончите его! Убийцы! Я знал, что это ловушка! Забежу на твой... Да, Динго! Кто послал тебя? Джайна? Отвечай! Тупые животные. Вы даже не представляете, что вас ждет. Это
только начало. Ты был прав, Риксар. Надо было довериться твоим инстинктам. Но я до сих пор не могу поверить, что в этом замешана Джайна. Может быть, нам стоит поговорить с ней самой? Риксар, возьми это письмо и передай его лично в руки Джайне Праудмур. Надеюсь, она поможет мне понять, что происходит. Ты найдешь ее в поселении на острове Тирамор. Можешь рассчитывать на меня, Трал. Но в одиночку мне не справиться. Я нанял дирижабль, который доставит тебя в новую деревню племени Черного Копья. Волджин предоставит тебе все, что нужно. Удачи, Риксар. Судьба Дуратара в твоих руках. Пылевые топи. Это неприветливый край, овиваемый морскими ветрами, стал новым домом для троллей из племени Черного Копья. Покончив с угрозой кентавров, таурены поселились по соседству с ними в Мулгоре. Здорово, Риксар. Твой приезд — большая честь для моего племени. Я знаю, зачем ты прибыл. Пробраться на остров Тирамор — дело непростое, но я дам тебе проводника. Он ждет тебя у верфи. Как выйдешь за деревню, иди прямо по дороге, не ошибешься. Разведчики говорят, что корабли Альянса стерегут пролив между островом и Большой Землей. Осторожней будь, не попадись им на глаза. Войска Альянса построили большой военный лагерь на скалистом берегу моря. Хотя об их намерении пока ничего не известно, само их присутствие угрожает мирной жизни Дуратара. Тромка, брат, я Самура. Все, что я умею, к твоим услугам. Волжин выдал мне особых идолов, наполненных взрывоопасной смесью. Если установить их поближе к зданиям и подорвать, мы сможем отвлечь стражу и незаметно перебраться через пролив. Я! Хороший выбор. Слушаю и повинуюсь. Моего клинка. Есть. Да. Да. Хороший. Слушаю и повинуюсь. Есть. Хороший выбор. Да. Есть. Джайна Праудмур, я Риксар,
Я привез послание от вождя Трала. Того самого, которого ты приказала убить. Он хочет знать, зачем твои воины вторглись в наши земли и угрожают нам войной. О чем ты говоришь? Я не собиралась ни убивать Трала, ни нарушать наш договор с Ордой. Может и так. Но твои корабли стоят у наших берегов. Воины нападают на наши заставы. А по пути сюда я наткнулся на большой военный лагерь. Клянусь, я не отдавала подобных приказов. Веди меня к этим воинам. Я хочу сама во всем разобраться. Рексар, они совсем не похожи на людей. Эти змеи, они уничтожили лагерь и перебили всех. Логово змей должно быть где-то неподалеку. Нужно найти выживших и узнать, кому они на самом деле служат. Учуял. Мы опоздали. Змеи перебили всех. Постой! Один еще жив. Леди Джайна... Наконец-то мы нашли вас. Адмирал будет в восторге. Адмирал? Не может быть. Мы должны немедленно вернуться на Тирамор. Но ведь... Доверься мне, Рексар. Там я тебе все объясню. Остров Тирамор расположен неподалеку от побережья Калимдора, близ полевых топей. На этом острове, полном тайн и опасностей, обосновались Джайна Праудмур и остатки войска Альянса. Надеюсь, мы не опоздали. Ты должен как можно скорее сообщить Тралу, что... Ничего не понимаю. Что происходит? Эти корабли и солдаты... Я поняла, Рексар. Это... Поздно. Он уже здесь. Джайна, хвала звездам, я нашел тебя. Когда я узнал о падении Лордарона, моему горю не было границ. Но я верил, что ты жива. Я... Это что? Огр? Постой, отец. Отец? Мы заключили мир с Ордой. Теперь у орков есть свое королевство. Мы... Меня поражает твоя наивность, Джайна. Ты слишком молода и не помнишь, что эти чудовища сделали с нашей родиной. Оркам нельзя доверять. Их нужно уничтожить. Всех до единого. Прошу, остановись, отец. Ты не понимаешь. Я понимаю больше, чем тебе кажется, дитя. Может, со временем и ты поймешь. Взять их. Наши пути пересеклись. Меня ведет инстинкт. Я должен найти выход из города и рассказать Тралу об адмирале Праудмуре. В гавани есть небольшие корабли. Угнав один из них, я смогу незаметно выбраться в море. То, что надо. Теперь осталось только выбраться из гавани. Морпехи Праудмура закрыли ворота гавани. Надо как-то открыть их или выбить. Как только я выберусь из гавани, доплыть до большой земли не составит особого труда. Хорошо, что ты сбежал, Рексар.
Не волнуйся, мы сообщим Тралу про флот адмирала. Если Альянс осмелится напасть на Дуратар, воины Орды окажут ему достойный прием. Вождю понадобится время, чтобы собрать воинов Орды. Постарайся найти как можно больше союзников, пока адмирал не двинул войска на Дуратар. Возьми дирижабль и лети в Мулгор. Там живут могучие таурены. Найди их вождя, его зовут Керн Кровавые Копыта. Он будет рад помочь Орде. Таурены обрели новый дом для своих племен и стад Кода среди зеленых лугов и плато Мулгора. С тех пор они глубоко признательны Орде за спасение и помощь. Учуял. Наши пути... Должно быть, это и есть Мулгор. Прекрасная земля. Я никогда не встречал тауренов, но об их силе и храбрости ходят легенды. Учуял. Кто ты, чужеземец? Что привело тебя в наши края? Я посланник Трала, вождя Орды. Его народу угрожает опасность, и ему нужна помощь старых союзников. Я ищу таурена по имени Керн. Ты его знаешь? Я и есть Керн, но я никому не смогу помочь. Возвращайся к вождю и передай ему, что я умер, ибо сердце мое мертво. Кентавры напали на нашу деревню и захватили в плен Бейна, единственного сына вождя. Обычно пленники кентавров долго не живут. Эти дикари поедают их. Мы обыскали всю округу в надежде, что Бейн все еще жив, но не нашли и следа. Бедняга Керн замкнулся в себе, а без его мудрости и опыта нам ни за что не справиться с кентаврами. Сможешь узнать хоть что-нибудь о судьбе его сына? Вдруг это вернет нашего вождя к жизни? Найди воина по имени Бован, Тотем Ветра. Он поможет тебе в поисках. Беда никогда не приходит одна. Пока Керн оплакивает сына, наши враги поднимают голову. Злобные гарпии из когтистых гор повадились нападать на стада наших Кодо. Без мяса и шкур наше племя обречено на гибель. А эти чудовища убивают Кодо и бросают их туши гнить на солнце. Кто-то должен выследить этих крылатых ведьм и остановить их раз и навсегда. Взял след. Я всегда... Останки Кодо. Не похоже, чтобы гарпии убивали ради пропитания. Пора покончить с этим. Учуял. Нет проблем. Жажда не замучила? Куда? Мы в долгу перед тобой, воин. Теперь гарпии надолго оставят нас в покое. И все же я боюсь, что без мудрости вождя наше племя все равно обречено. Приветствую тебя, брат. Мне сказали, что ты можешь помочь мне найти сына вождя племени Кровавого Копыта.
Проводи меня к лагерю кентавров. Может быть, Бэйн еще жив. Это лагерь кентавров. Наверное, Бэйна держит в одной из этих клеток. Но до них еще нужно добраться. Нет проблем. Я это предвидел. Так было предначертано. Что тебя тревожит? Не бойся, Бэйн. Скоро ты снова увидишь своего отца. Бэйн, сын мой! А я, старый глупец, уже отчаялся когда-нибудь снова увидеть тебя. Рексар, ты не просто вернул мне сына, ты вернул мне жизнь. Я твой вечный должник. Ты говорил, что твой вождь просит тауренов помочь Орде. Что ж, в свое время Трал выручил нас, и мое племя не забыло об этом. Я пойду с тобой, а мои воины прибудут на поле битвы позже. Ты вовремя вернулся, Рексар. Наши разведчики нашли у границы израненного огра. Говорит, пришел просить нас о помощи. Помогите. Новый вождь захватил клан. Убил много воинов. Клан погубит. Братья в беде. Нужна помощь. Новый вождь? Не волнуйся, друг. Думаю, я смогу тебе помочь. Волджен, зови своих знахарей. А я пока схожу в деревню этого огра. Посмотрю на их нового вождя. Посреди бескрайних болот полевых топий расположено небольшое поселение огров из клана Каменного Молота. Когда-то огры были союзниками Орды, но теперь они презирают орков и признают лишь грубую силу. Вот она, деревня огров. Здесь меня точно примут за своего. Зачем пришел, полукровка? Ты не такой, как мы. Мир вам, друзья. Я просто хочу поговорить с вашим вождем. Хочешь говорить с Каргалом? Пройди мимо нас. А это за счет заведения. Учуял. Я всегда один. Я взял след. Хорошо дерешься, Мокнатал. Кровь, конечно, жидковата, но силен. Зачем пришел? Я хочу вступить в ваш клан. Стать воином Каменного Молота. Кровь огров в тебе есть. А вот как насчет... силы. Сейчас проверим, полукровка. Хочешь вступить в клан? Пройди испытание силы. Иди в долину испытаний. Там враги. Сильные. Много врагов. Победишь всех, пройдешь испытание. Иди, полукровка, докажи свою силу. Меня ведет инстинкт.
Наши... Наверное, это и есть та самая долина. Надо поскорее пройти испытание. Не стоит заставлять Громилу ждать. Меня ведет инстинкт. Несомненно. Неожиданно. Достинка. Радостью. Учу я. Я готов к охоте. Я жутко мяс. Я взял себя. Игра придумана. Да, сила у тебя есть, полукровка. Ты славно послужишь клану. Что тебе нужно от нас? Я хочу, чтобы ты и твои воины помогли Орде в битве с людьми. Вы окажете вождю неоценимую услугу. Какой же ты дурак, полукровка. Огры давно ушли от Орды. Орки-слабаки. Пока я вождь, никакой Орде мой клан помогать не будет. Может быть, ты просто засиделся в вождях? Каргал, как воин клана Каменного Молота, я предъявляю права на место вождя. Давно мне не бросали вызов. Ладно, полукровка. Пусть будет испытание крови. Ты и я. Никаких фокусов. Только сила и ловкость. Думаешь, я тупой? Думаешь, я уволень? Сейчас увидишь, почему Каргал правит кланом. Я недооценил мастерство Каргала. Без помощи животных мне не обойтись. Меня ведет инстинкт. Но пересеклись. Я всегда один. Я всегда один. Мы дрались честно, и я победил. Я прошел испытание крови. Теперь я вождь, и я поведу вас в бой. Вооружайтесь, огры, и выступайте в поход. Мы встретимся с вождем Орды на равнинах. Кровь и честь! Слава клану Каменного Молота! Рексар! 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 Ты сильнее, чем я думал, Рексар. Когда начнется битва, огры нам сильно помогут. Мне только что сообщили, что вождь собрал войско в низине, что посреди Дуратара. Таурены и огры скоро прибудут туда. Поговори с Траллом в его лагере. Войска адмирала Праудмура скоро нападут на нас. Ты снова помог Орде, Рексар. Мы все навеки в долгу перед тобой. Но прежде чем начнется битва, у меня будет к тебе еще одна просьба. Мы изготовили для нашего войска новое знамя с символом Орды. Я хочу провести ритуал и попросить духов стихий благословить его. Но для этого мне кое-что нужно. Ты поможешь мне? Конечно, Трал. Почту за честь.
Объединенная армия огров, тауренов и орды трава готова к штурму аванпоста Альянса в заливе Яростных Волн. Войска адмирала Праудмура укрепили свои позиции, и выбить их оттуда будет непросто. Орда готовится начать бой первыми лучами солнца. Спасибо, Рексар. Теперь я готов начать ритуал. Вот и все. Рексар, последняя просьба. Я хочу, чтобы во время битвы знамя было в руках настоящего героя Орды. В твоих руках. Это большая честь для меня, вождь. Я с гордостью понесу твое знамя в бой. Локтар Огар! Рексар, благодаря тебе у Орды появился шанс выжить. Огры и таурены, которых ты привел, могут решить исход битвы в нашу пользу. Войска Праудмура заняли крепость к северу от нас. Разведчики сообщают, что адмирал собрал все силы, чтобы напасть на Дуратар. Вождь, войска адмирала Праудмура пошли в атаку. Скоро они будут здесь. Жду с нетерпением. Мы приготовили для них несколько сюрпризов. Рексар, ты заслужил честь пустить первую кровь. Я буду держать оборону здесь, а ты поведешь войска в атаку на лагерь Праудмура. С удовольствием. Воины, настал день вашей славы. Вперед, таурены! Вперед, огры! Сегодня вы будете сражаться в рядах Орды! Локтар Огар! Неожиданно! Нет проблем! Хитро придумано! Прямо дрова ждет! Подожди, заслужено! Не бойся, расслабься. Волчья труба, мировая земля. Отдавали! Ноют старые кости. Я прилетел! Тромка, вождь. Мы выбили войска Альянса с Большой Земли. Но адмирал Праудмур сумел уйти. Вместе с остатками армии он укрылся на острове Террамор. Боюсь, война на этом не закончится. Пока адмирал Праудмур жив, он не оставит нас в покое. Мы должны продолжить наступление и взять Террамор в осаду. Надеюсь, Джейна в безопасности. Она не в ответе за поступки своего отца. Но у нас нет выбора. Мы должны захватить эту крепость. Ее крепость. Несколько минут спустя Трал и Рексар собрали войска Орды на берегу и обсудили план штурма крепости адмирала на острове Террамор. Вождь, наши войска готовы, но корабли адмирала Праудмура перекрыли все подходы к Террамору. Против их огневой мощи нам не устоять. Проклятье! Я должен был это предвидеть! Нужно найти другой путь.
Итрал, Риксар, я пришла с миром. Поверьте, я не замешана в том, что делает мой отец. Я не хотела всего этого. Я просто не знаю, что делать. Джайна, мы вместе сражались и вместе проливали кровь. Мы были верными союзниками друг другу. Но твой отец угрожает моему народу. У меня нет другого выбора. Я понимаю, Трал. На соседнем острове есть гоблинская верфь, где можно нанять боевые корабли. Их будет достаточно, чтобы прорвать блокаду и добраться до Тирамора. Но прошу тебя, если сможешь, постарайся сохранить жизнь моим людям. Отец заставит их сражаться до конца, но они... Это все, что у меня осталось. Пожалуйста, пожалей их ради меня. Я сделаю все, что смогу, Джейна. Даю слово. А теперь тебе лучше уйти. Скоро начнется битва. Наши войска готовы, Трал. Сейчас или никогда. Я верю в тебя, Риксар. Встретимся на Тирамаре. Коготь и клык! Гоблинская верфь, о которой говорила Джайна. Теперь мы сможем нанять корабли, чтобы прорвать блокаду. Мы прорвали блокаду. Быстрее грузитесь на корабли! Курс на Тирамор! Спасибо тебе, Риксар. Ты прирожденный вожак. Знаешь, ты чем-то напоминаешь мне Громаша Адского Крика. Благодарю тебя, вождь. Осталось только одно. Захватить цитадель и навсегда покончить с адмиралом Праудмором. Прорвав блокаду флота Альянса, войска Орды высадились на острове Тирамор и взяли город в осаду. Одержимые жаждой мести за долгие годы рабства и унижений, орки устремились на поиски своего главного врага, адмирала Праудмора. Штурмуем цитадель! Мы должны найти адмирала Праудмура и покончить с ним. Только тогда Орда сможет спать спокойно. Локтар-Огар! За Орду! За Дуратар! Веди нас, Риксар. Мы с тобой. Учуя. Гвардейцы адмирала пытаются отрезать нас. Убейте их всех! Нет, брат. Я готов к охоте. Должен признать, вы, орденцы, оказались крепче, чем я думал. Мне казалось, что вы просто перережете друг друга. Орда уже не та, какой ты ее помнишь, старик. Кровь, резня, завоевания — все позади. Мы заплатили кровью за грехи наших предков. Не все можно оплатить кровью, орк! Ваша Орда погубила тысячи ни в чем не повинных людей в Штормграде и Лордероне. Ты правда думаешь, что от вины можно так легко избавиться? Нет, ваш народ никогда не изменится, а я никогда не перестану сражаться с вами! Нет проблем. Смерть дикарям!
Все кончено. Сдавайтесь! Отец, почему ты меня не послушал? Джайна, твой отец был достойным воином. Запомни его таким. Теперь Дуратар в безопасности. Альянс нам больше не враг. Джайна, мы покидаем твой остров с миром. Я буду молить духов, чтобы нам никогда больше не пришлось возвращаться сюда. Прощай. Ты спас наш народ, Риксар. Вся Орда в неоплатном долгу перед тобой. Хочешь вернуться в Дуратар и поселиться в наших землях? Спасибо за предложение, Трал. Но я Мокнатал, странник. Мое место среди лесов, полей и гор. Но одно я знаю точно, брат. Моя жизнь всегда будет принадлежать Орде. Если что-то случится, я приду по первому твоему зову. Прощай.
Electric to bring me home.